Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как подготовиться к поездке с собакой на дачу. Дачный сезон стартовал, и этому невероятно рады не только сами владельцы лающих друзей, но и их питомца. Как подготовиться к поездке с собакой на дачу? Что необходимо сделать, чтобы отдых за городом принес только радость вам и вашей собаке? О чем важно не забыть? Давайте подробно рассмотрим основные советы на эту тему. Прежде чем отправляться на дачу, позаботьтесь о здоровье питомца. Убедитесь в том, что собаке были в срок сделаны все необходимые прививки. Также заранее проведите обработку питомца от таких паразитов, как клещи, блохи и комары. Приобретите для собаки ошейник с адресником. Даже если ваш лающий друг очень спокойный и никогда никуда не стремился убежать, лучше, если такой ошейник у него будет. Ситуации все-таки бывают разные. Также заранее узнайте контакты ветеринарных клиник рядом с вашей дачей. В экстренных ситуациях у вас не будет времени заниматься поиском такой информации. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Не забудьте собрать для собаки отдельную сумку. Положите в нее миски, корм, игрушки питомца, лежанку для него. Также не забудьте взять с собой средства для ухода и специальную аптечку для животного. Подготовьте дачный участок к приезду собаки. Очистите территорию от потенциально опасных для лающего друга предметов. Позаботьтесь о том, чтобы у вашего питомца не было доступа к химикатам, бытовым средствам и вредным для собаки растениям. Минимизируйте стресс у питомца от поездки. Если ваша собака никогда не ездила в транспорте, постарайтесь начать приучать ее к дорожным путешествиям еще до поездки на дачу. Следите за психологическим состоянием собаки во время поездки. Гладьте вашего питомца, разговаривайте с ним, обязательно возьмите его любимые игрушки с собой в машину. Теперь вы знаете, как подготовиться к поездке с собакой на дачу. Следуйте перечисленным советам, и пусть ваш дачный отдых принесет вам и вашей собаке только положительные эмоции. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!